Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Скажу сразу, что текст я буду читать. Вот, он написан, на мой взгляд, немножечко непонятно. Вот, поэтому если я неправильно понял какие-то вещи, то извините. Проблема в том, что есть ожидания, которые справедливы в отношениях, но из-за сильного напряжения не получается их реализовать. Чтобы страхи не мучили, я предъявляю требования к себе. Не получается быть в отношениях в легкости и наслаждении, чтобы отношения естественным путем пришли к развитию семье и детям. И вот сейчас расставание, я не знаю, как мне правильно строить отношения, чтобы они развивались, а не стояли на месте. Ну что же, давайте разберем ваш текст. Есть ожидания, которые были справедливы в отношении. Пишите вы. Я думаю, что здесь содержится когнитивная ошибка. Вот. Потому что как бы использовать слово ожидание и справедливо, на мой взгляд, вообще некорректно и неправильно. Потому что ожидание продиктовывается человеком, его желаниями, его потребностями. Ожидание – это форма потребностей такая. Вот. А справедливость, это то, что разделяется другими людьми. То есть справедливость одного человека, да, ну, в принципе, ничего не значит. Вообще. Вообще. Ничего не значит справедливость одного человека. Потому что человек, если он один, если он один в, ну вот, как-то вот в своем каком-то понимании справедливости, вот, то он от этого ничего, кроме разочарования, да, не получит, не получает ничего. Он просто сталкивается с разочарованием. Такой человек. И, в общем-то, все. Поэтому справедливость необходимо разделять с другими людьми. Вот. Если этого не происходит, если разделения нет, вот, то это просто ваши амбиции. Вот. Это просто ваши притязания, которые, ну, могут быть реализованы, да, а могут быть и нет, могут быть не реализованы. Вот. Поэтому говорить, что какие-то ожидания справедливы в отношениях, ну, на мой взгляд, это как-то вот в корне, ошибочно. Это просто ошибочное утверждение, вот, которое в данном случае
как будто бы, да, просто показывает то, что вы к моему, к моему большому сожалению, просто не очень хорошо понимаете то, о чем вы говорите. Вот. То есть вот терминологически просто у вас идет искажение. Дальше. Практически всегда любые ожидания в отношениях сталкиваются, значит, с разочарованием. Почему? Почему так происходит? Потому что так происходит, потому что у человека другого есть тоже практически всегда какое-то свое видение. Свое видение ситуации. И если свои ожидания не корректировать, если в своих ожиданиях не искать компромисса, а стремиться и тяготеть к тому, чтобы они были реализованы в своем изначальном виде, то, ну, вы будете вот, собственно, сталкиваться с разочарованием. И это процесс закономерный. А отношения с людьми, да, это история не про ожидания, да, то есть я вступаю с тобой в отношения, чтобы реализовать какие-то свои потребности. Этим, таким образом я иду прямым путем к зависимости. Вот. Потому что я начинаю ждать, потому что я жду от тебя. Я жду от тебя ну, реализации этих своих потребностей. Вот. Это прямой путь зависимости. Отношения, как бы люди начинают, когда чувствуют избыток, когда они чувствуют избыток того, что они могут дать своему партнеру. Что они хотели бы дать, вот, своему партнеру и так далее. Вот в этом случае отношения, на мой взгляд, ну вот, значит, как-то, ну, приобретают какую-то здоровую форму, вот. В любой другой форме, отношения, к сожалению, становятся, ну вот, просто, значит, местом, где человек сталкивается с очень серьезным негативом для себя. Вот. Просто потому, что всегда есть риск, и риск довольно большой,
что не выйдет так, как я жду, не получится так, как я хочу, вот, к сожалению, понимаете, да? Какая штука, ну, какая штука здесь. Вот. Дальше. Из-за сильного напряжения не получается их осуществить. А сильное напряжение возникает значит, сверхзначимости. Потребности. То есть, из-за того, что я очень сильно этого хочу. Из-за этого не получается, точнее, из-за этого возникает сильное напряжение. Потому что я очень сильно этого хочу. Сверхзначимость потребности. Потому что никаких других способов реализации своей потребности, которая у меня есть, нет. Только один способ. И этот способ тот, который вы описываете дальше. То есть создание семьи и детей. А еще забегая немного вперед, скажу, что развитие отношений не обязательно приводит к семье и детям. Ну, то есть, вот, совсем не обязательно. Могут быть и какие-то другие, варианты развития. Вот. То есть, это не развитие, а отношений. Вот то, о чем вы говорите, к сожалению. Это больше про то, куда отношения хотите привести вы. Вот. Ну, так, хорошо. А есть же еще вообще-то и другой человек. Да? Вот. Есть, как бы, сторона другого человека, у которого есть тоже свои какие-то, ну, свое какое-то видение, да, вот, у которого есть свои какие-то тоже желания, свои какие-то ожидания, вот, и так далее, да, свои есть потребности, свои есть представления о том, какими должны быть отношения. И как быть с этим? Вот. А чаще всего вот люди, которые хотят какого-то определенного развития отношений, выбирают себе такого партнера, который значительно более инфантилен, чем они, потому что человек сам производит впечатление очень серьезного, то есть он серьезный, он знает, чего он хочет, он четко видит, значит, свое будущее, да, свои перспективы, вот. Но такой человек не сможет находиться в отношениях с другим таким же человеком, будут конфликты. И поэтому такой человек, вот в частности, как вы, Татьяна, выбирает себе более инфантильного партнера, более инфантильного мужчину, вот, потому что с ним можно построить какие-то отношения. Вот, они хотя бы возможны. А мужчина, вот такой же, как вы, он просто с вами не уживется. Понимаете?
ну, из-за конфликтов, из-за ссоры, из-за каких-то вот, значит, ну, противоборства постоянно. Дальше, сильного напряжения. Так, чтобы страхи не мучили, я предъявляю требования к себе. Тут совсем непонятно, да, какая связь между страхами и требованиями к себе. То есть вот, ну, где эта связь? Каким образом эта связь у вас становится возможной? Страхи чего? То есть вы говорите про напряжение, да? Сильное напряжение, которое я идентифицировал как сверхмотивацию. Вот. Но вы говорите, что это страхи. Страх чего? Страх того, что не получится реализовать свои ожидания. Ну, в таком случае мы опять же говорим о сверхзначимости этих потребностей, мы говорим о вашей неудовлетворенности, а значит, мы говорим о вашей несвободе в отношениях. Вот. И еще мы говорим здесь о невозможности для вас быть самой собой, то есть быть разной, разносторонней, а не только, значит, женщиной, которая стремится стать женой, и потенциальной матерью, которая рассматривает мужчину как потенциального, значит, отца своих детей. Но эти роли хороши, но этих ролей мало для построения отношений, потому что этими ролями люди взаимодействуют друг с другом достаточно немного. Даже когда появляются дети, родители, вот именно, именно родители, да, ну, активно проявляют себя, понятно, в первые годы жизни ребенка. Как только ребенок становится самостоятельным, где-то начиная там с 4-5 лет более-менее, доля роли родителя снижается в норме. А за эти годы люди отвыкают вообще быть кем-то еще выше, судя по тому, что вы пишете, по моему предположению, да, уже сейчас являетесь потенциальной матерью. Хотя вы еще не мать. Вот. А дальше, значит, не получается быть в отношениях в легкости и наслаждении, чтобы отношения естественным путем пришли к развитию семьи, детям. Правильно. А откуда взяться легкости и наслаждение, если вы требуете, чтобы отношения пришли к семье и детям? Ну, прям вот требуется. Вот откуда здесь может взяться легкость? Тут скорее важнее понять, вот, как вам сказать, тут скорее важно понять, мне семья и дети зачем? Мне нравится такое утверждение, что родителям хочет стать такой человек, да, который чувствует избыток, вот очень большой, сильный избыток опыта, времени, нежности, любви, энергии какой-то, да, вот. И таким образом, ну, как-то естественно получается, что
человек задумывается о детях. Чтобы детям передать, вот, значит, ну, чтобы детям передать свой опыт, да, свою, значит, ну, свою любовь, свою ласку, свою, значит, энергию, вот, и прочее. Ну, хорошо. Хорошо. Это замечательно. А по тексту, который я вижу, у меня нет впечатления, что вы такой человек. Вот, простите, да, меня, если вам это вот как-то, ну, неприятно слышать и так далее, вот, но у меня нет ощущения, что вы такой человек. У меня есть ощущение, что вы как раз-таки находитесь в дефиците. Вот. И мне кажется, что, ну, дефицит у вас довольно серьезный, довольно сильный дефицит. Вы описываете свое состояние как состояние напряжения, отсутствие легкости, наслаждения и прочее. Вот. Вы описываете свое состояние как какую-то разочарованность от несбывшихся ожиданий, вот. Это явно не состояние избытка. А значит, к детям вы не готовы сейчас психологически. Вы можете, естественно, вы можете детей завести, вас никто, ну, вам никто не запрещает, вот. Все это, ну, можно сделать. Вот, но если мы говорим вот как-то о психологическом какой-то, о психологическом темпе, да, вот, то я боюсь, что вот вы не готовы сейчас к детям, вот, именно по тем причинам, которые я только что описал, вот. И, соответственно, ну вот это потенциал для психотерапии здесь. И вот сейчас расставание, я не знаю, как мне правильно строить отношения, чтобы они развивались, а не стояли на месте. Ну, для начала все-таки нужно, наверное, научиться видеть себя и человека. Вот как мне кажется. Дело в том, что когда мы говорим отношения, мы не видим человека. Мы видим только потенцию для того, чтобы реализовались наши какие-то желания, наши какие-то видения и прочее, вот, мы не видим себя, мы не видим другого, вот, мы видим только вот цель, вот, поэтому для начала нужно прожить расставание, прожить, негативные ваши чувства от него, от расставания. А дальше уже восстанавливать контакт с собой, вот, и учиться видеть себя, учиться заботиться о себе, любить себя, учиться удовлетворять свои потребности не в единой форме, и после этого значит, уже получить возможность таким видеть другого человека, замечать то, что вы хотите, то, что вы можете ему дать, замечать, как это в вас соединяется, в какой узор чувства, да, как вы это выражаете, и вот смотреть, куда вас это приведет. Сейчас вы пытаетесь контролировать то, как ну, вы выстраиваете отношения. И тем самым стреляете себе в ногу. Конечно.
Вот, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго и удачи!